Впервые в Якутске провели высокотехнологичную операцию по установке кохлеарного имплантата ребенку. Уникальная операция прошла сегодня в Национальном центре медицины. Ее провел руководитель научно-клинического отделения заболеваний уха Центра отоларингологии Федерального медико-биологического агентства России доктор медицинских наук Хасан Диаб. В его руках уже более 3000 операций кохлеарной имплантации, проведенных как в России, так и в других странах. Нужно сказать, что эта операция дает шанс полностью восстановить слух человека. Сегодня эту возможность получили сразу 3 ребенка. Кохлеарная имплантация – это операция, которая сейчас одна из самых высокотехнологичных операций на сегодняшний день. То есть это имплант, который вживляется под кожей, который состоит из 3 частей. Наружная часть, которая она, потом подключается, имплантируется, часть, которая под кожей, корпус импланта и электрод, который вводится через среднее ухо во внутреннее ухо. Наша задача – доставить имплант в улитку с минимальной травмой структур наружного, среднего и внутреннего уха. И этот имплант, с помощью этого импланта, когда мы стимулируем этих электродов, которые они расположены внутри улитки, мы можем давать ребенку или взрослому человеку, у которого отсутствует слух, мы можем давать слух.